я на седьмом месте, а могу быть даже на втором, если очень. Базар-вокзал, окей. И вот Вова Чес, поехали. Хотя, конечно, все равно. Последнюю партию я ему проиграл безобразно. Да. Он сюда. Давай. Давай так сразу. И... Вот, по-моему, тот же самый дебют был. Окей. Да. Сюда. По-моему, был тот же самый дебют. Так, g4, если сразу пойти. Взяли, взяли. Давай. Не знаю, работает или нет, но зато весело. Пешку лишнюю мне дали ни за что. Это мой шанс. Наверное, так лучше пока. F3, 3-0, ладья, даже сюда и e4. Меня, наверное, сейчас будут как-то на ферзь натыкать, да. Да, ладно, F3. Да. Наверное, пока так пойду, чтобы e4 контролить, и конь мог на e2 уйти. На f4 отправиться. На b4. Вселяться по центру. Так, e5 хочет. Может, тогда f4 надо пойти. Тогда поле g4 отдам. Ладно, давай 3-0 просто. Ладья g1, ладья g5. Да. Собираюсь королем через f8 сбежать, чтобы не было вообще никакого. 5. То есть абсолютно от слова совсем. Пока не зеваю еще ничего. Сразу коня увел. Так, по темпы какие-то не попадать лишние. b4. А, теперь e4, кстати, могу уже пойти. Король f8 сбежал. Теперь на d4 не висит. А, правда, e4 взяли, и там конь g4 нет. Пока ладья g1. Уже нормально. Он же 6 уже, наверное, гражу. Теперь защищается. Ладьи уперлись в мою. Так. Вот так. Так. А у меня, кстати, более не есть. Вот ладья a8, ферзь d6. Fe. Конь e2 вроде плохой. Не ошибка. Но вот он лезет вперед. Вот чем бить, вопрос интересный. Так. И, наверное, неоднозначно. Не знаю. Блин. Ну да, вообще мне нравится идея, наверное, взять пешкой все-таки и на конь g4 сыграть слон c4. Так, сюда. Просто a3 пошел. Так, а теперь? А e5 можно было посчитать, но там b. Нет, ну там не надо было даже ничего считать, ладно. Теперь ферзь h2. Собираюсь брать на h4 пешку. Это ход. Это ход. А тут ферзя я не заловлю где-то случайно? Ощущение, что могу изловить. Е5 сыграл. Так, у меня h7. Ферзь бьет h4. Не знаю, как-то у меня есть чувство, что тут ферзь должен попасться. Нет, хренушки. Лучше конь на h7 пусть открывается. Кстати, еще есть какая-то тактика галактика. Играл я плохо в этом турнире, но местами все-таки... Ну, кладя же 6. А, не-не-не-не-не. Ой, очень много не добрал. Опять мог претендовать опять на аж на второе место. Но не претендую. Итак, просто так, по-моему, заканчивает борьбу. Так. Потому что все вскрывается, и вот там король, тоже... очевидно, жить не должен. Ну, точнее, кассу. Николай, наверное, попытается еще убежать. Так, я еще на третьем. Да, я еще все еще на третьем. Там играют хорошо. Это тоже все не так. Да, за победу, правда, я только 2 очка получу. Это, скажем так, немного. Спасибо за подписку. Напряженный очень турик. Но идем хорошо. Так, взяли. Видимо, король попытается убежать. Я все добивал. Но далеко ли он убежит, не уверен. Он висит. Висит. Я, может быть, и не буду, кстати, торопиться. А сюда? Да, это неожиданно. Так, может, конь f4 пойти? e6 какой-то есть ход. Блин. Кстати, ладья g7. Счет 3,5 на 3,5. Ладья g7 там нельзя. Причем я проиграл
три последних. Две, шесть. Две последних проиграл. Третью подряд. Что так просто, кстати. Проиграть. Ладно, Е6, наверное, мне нравится идея. Е6, блин, еще. Мало ли. А слон Е6, просто ладья Е6. У меня ладья важно защищена. Конь связан. А, на С2 жмат висит. Боже, эта штука висела. Я забыл, что этот конь висит. Дивизию. Есть ход ферзь F4. Ферзь F7, ферзь G8. Может, это он просчитался, не? Так. А может и я. Так. Ну, король бежит. Куда еще деваться? Король сбежал. Мат висит. На Е6 я беру. Мат, поэтому я должен реагировать. Шах. Шах. Взяли. А, нельзя же бить. Ой-ой-ой! Королем надо бить. И конь взял. Не 6, и конь бьет на 4. Шах. Весело. Должно побеждаться. Внезапно я в проигранной позиции порвал Вову. И это радует. Это хоть какое-то везение в очень нужный момент. Да? Фантастически нужный момент. Слон F5 шахом грозит. Да, все, выпустил. Ёлки-палки. Продолжает грозить слон F5 шах. Палки. Шах. Шах. И... шах. И что еще дальше-то? Ну, блин. Опять все не то и все не так. Рубь 6. Ну, хотя бы флаг не уронил. Я бы флаг не уронил. Ай-яй-яй. C5 и C4. Какая-то все равно. Рубь 5, C4. Рубь 4. Фигура за ладью. Рубь C5. Многовато. D8. Вперед. Блин. Рубь 4. Вперед. D8. Король C5. Был пока короля. D2. 6. D2. Да, давай. Еще куда? C3. Ладья B2. Ай-яй. Так, да. Есть победа. Очень важная победа. Ай, 9 минут до конца. Я на 6-м месте. Кто у меня 32 очка и пламя. И вот от ближайшей партии все зависит, потому что от третьего места ладно, шагалка второй заслуживает. Сейчас очень неудачно. А вот за третье место я борюсь внезапно.